Японские компании по-прежнему готовы инвестировать в Таиланд, несмотря на масштабное наводнение в прошлом году, которое нанесло ущерб многим фабрикам. Об этом 11 января заявил министр торговли Японии, находясь с однодневным визитом в Бангкоке. Юкио Идана также призвал тайское правительство усилить механизмы защиты страны от стихийных бедствий такого рода. Таиланд – привлекательная для инвесторов страна, поскольку тайский народ очень усердный. Инфраструктура Таиланда среди стран ASEAN также хорошо развита. В то же время, если такие разрушения происходят часто, тайское правительство должно попытаться обеспечить все механизмы предотвращения последствий таких наводнений. Ранее Идана посетил промышленную зону Таиланда Наванакорн, где от наводнения пострадало более 200 фабрик. Напомним, в прошлом году Таиланд пережил самое сильное за последние десятилетия наводнение, от которого пострадали 7 промышленных зон. Приблизительно 70% пострадавших от стихии компаний – японские, либо те, которые Япония поддерживает инвестициями. Несмотря на бедствия, такие компании, как Toshiba, сообщили, что не собираются закрывать производство в Таиланде. Месяц назад Кабинет министров Таиланда одобрил план по восстановлению после наводнения, на который будет выделено 630 миллионов долларов. По словам тайского министра промышленности, ожидается, что все фабрики вернутся к нормальной работе ко второму кварталу 2012 года.